6 линейных хозяйств завершили убойную кампанию, еще 3 закончат на этой неделе, а кампания в регионе выполнена на 76%. Такой промежуточный итог подвели сегодня в Департаменте природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Там состоялось очередное совещание рабочей группы, созданной для контроля за убойной кампанией. Все подробности далее. Оленеводческие хозяйства Ненецкого округа, а также владельцы частных оленей в период с 22 октября 2018 года по 1 февраля 2019 года планируют сдать на убой свыше 40 тысяч голов северных оленей, получив примерно 1250 тонн оленины. 6 оленеводческих хозяйств Ненецкого округа убойную кампанию завершили. Еще ряд СПК планируют завершить убой на этой неделе. На этой неделе планируется закончить убой СПК «Колхоз Ерф», СПК РК «Заполярье» и сельскохозяйственный кооператив «Нарьяна-Ты». Все идет пока в плановом режиме. 144 тонны мяса оленины вывезено компанией мясопродукты с убойного пункта Шапкина СПК «Ижемский оленевод». Еще порядка 15 тонн мяса до конца недели будет доставлено с убойного пункта СПК «Харп» поселка Красная. Кроме того, в конце декабря компания планирует начать завоз мяса с территории Коткинского сельсовета и села Нижняя Пеша. И в этом году наземным транспортом мы больше не планируем вывозить. Значит, примерно с 25 числа, с 24-25 планируем приход вертолета МиГ-26, то есть он прилетит, наверное, в пятницу, либо на выходных. И два рейса, два или четыре, в зависимости от готовности мяса и от погоды, мы в этом году выполним. Планируется, что до конца декабря убой закончится и в Индике, тогда компания «Мясопродукты» завершит убой до конца года. Также прозвучала информация о том, что продолжается операция «Тропа», в рамках которой сотрудники полиции ежедневно выезжают на пункты забоя, чтобы предотвратить незаконный отстрел оленей. На особом контроле у нас стоит населенный пункт Месь, где после убоя оленеводческие бригады переходят на сторону Архангельской области, также взаимодействиями. Сотрудниками полиции Архангельской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия. На сегодняшний момент оперативная обстановка у нас под контролем. Помимо того, правоохранители Ненецкого округа взаимодействуют с коллегами из Архангельской области и совместно обеспечивают безопасность оленеводческих бригад при переходе границы между регионами. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».